20 февраля в Хасавюрте на 7 площадках прошли культурно-массовые мероприятия, посвященные Международному дню родных языков. Собрание представителей чеченской, аварской, кумыкской, русской, даргинской, лезгинской и лакской национальностей включало в себя дискуссии, круглые столы, хореографические, творческие и сценические номера, выступления общественных и политических деятелей города, республики и страны. В актовом зале школы номер 10 руководством было организовано мероприятие, приуроченное ко дню родных языков, куда были приглашены представители городской мэрии. Международный день родного языка провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается с 2000 года, ежегодно 21 февраля. С целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. В качестве почетных гостей в зале присутствовали писатели и поэты, приглашенные из столицы республики. Культурную программу мероприятия поддерживали солисты творческих коллективов, а также активисты школьных кружков. В стенах образовательного учреждения были выставлены экспонаты, рассказывающие о жизни и быте народов Дагестана. Kim aytsa da, ne aytsa da, qumuqlarni haqinan, men aytayim, gertizanni, atamanam. Кумыкский поэт, публицист и журналист Ахмад Джачаев стал одним из почетных гостей на мероприятии. В творчестве Ахмеда Джачаева значительное место занимает переводческая деятельность. Им переведены на кумыкский язык стихи таких именитых поэтов Дагестана, как Расул Гамзатов, Азу Алиева и многие другие. Азат йоқтур, яхшылыққа юралған, не бар екен қатын қызға етеген, қаны қызны қаймер етме, яралған. Көп көрген мен қатын қызға бір доқта, оң өзімнен қарамайған бірілені, ергішіні басып кейген папақы, ой яулыққа түйе дейген ерілені. Бұрай алсақ, оланы да бізінне, аналарчы құрай қалар тізіне, қатын қызны хабас сөге боларыз. Олар бізден төбен деген қаулықта, олағанын біз ұнытып қаламыз. Бурлия Цамбиева, Абдулла Алиев, информационная программа «Пульс».